снесла это домой. Я когда за срок годности узнаю? Вот здесь написано, если после 11, они смотрите. Упаковку расфасовали сегодня. Потому что неизвестно, когда они изготовлены. Они расфасованы, вот здесь написано. И черно по белому написано, я вам по-человечески спросил их снять. Вы отказались. А почему я должна снять? Теперь я их куплю и съем. Написано. Вы же не хотите купить? Хочу купить, я в кассу зачем встаю? Вы у меня с тележки зачем? Я это взял с полки. Нет, вы у меня с тележки забрали. По камере посмотрим сейчас. По камере посмотрим, давайте. Мы же снимали на камеру. Вы порвали упаковочку. Отдайте мой товар. Вы будете покупать. Буду покупать. Я буду себя смотреть. Как... Хорошо, отпустите, пожалуйста. Вы не будете покупать. Вот. А я не хочу продавать. Мне заверили, что... Причем вы не хотите? Что, то, что вы хотите, вы нет, оставляете нет, дома. Не пробивайте, хотите. Так. А что такое? Вы зачем сосиски испортили? Вы зачем уничтожаете товар? Идите, разбирайтесь. Смотрите, что ваш кассир сделал. Ну что, потом они переупакуют, перебольшуют и все. Зачем? Ну, он просрочен. Да, тут у нас есть Маша. И ее обманули не в Бургер Кинге, а ее обманули где? В Билле. Наши любимые Билле. В Билле? Да. И что же там было, вкратце? А, продали просроченное детское питание и не вернули деньги на 2000 рублей. А где питание? А питание изъяли у нас сотрудники полиции, по моему заявлению. Угу. Но я просила им вернуть денежные средства еще до изъятия товара у меня. Они отказали, да? Да, они отказали. Ну все, пойдем. Там же у нас есть десант. А какой адрес это? А, Сычевский вал, дом 31. Петро Маринович. Вот, так. А, тут очень много немаркированных конфет. Абсолютно. То есть когда они были изготовлены? Поскольку. Японский бог. Непонятно. Вот. То есть даты изготовления ничего нет. А тут же аннотация должна быть. Давай пошурудим. Да? Нет, вот здесь ничего. Я не вижу никакой аннотации. Не, может тут где-то. Паспорт, может, они кидают иногда? Нет. Это раз. Ну, к кит-карту не придраться, потому что здесь там у них есть. А к Milky Way? Ой, что, да. А к Nesquik'у нету ничего. Здесь тоже самое. Nesquik есть. А, номер партии. Это номер партии только. Но тут же нету даты, когда она готова. Тут тоже ничего нету. Дай покопаемся. Ну, здесь все нормально, тут не придраться. Но опять же, они должны это все как-то делать. Оно поглотило мою руку. Нету аннотации. Нет, пойдем дальше. Прибанька. В прошлый раз при мне сотрудник перепальцовывал сыр. Здесь он светленький, а здесь он темненький. Заветренный. Заветренный уже. Ну, в 17:40 он был... Как бы свеженькие. Сосисоны. Да. Как бы есть упаковки, да, они нормальные. А как это так? А есть вот такие. Типа она вскрытая вот эта фигня? Ну, как видно, да, вот. И когда... То есть, когда упаковано, понятно, а срок годности, когда изготовлено, то есть вообще не... Изготовлено и упаковано, они готовят сосиски, что ли? Как видно, да. Причем останкинские. Останкино мясокомбинат знает, интересно? Срок реализации 12 часов. Так, Владимир. Заявление. Я могу написать, не проживаю. Ну, я пишу адрес проживания, где я на самом деле. По месту работы можно? По месту работы. А, ты уже пишешь, да? Да, я. Сейчас я верну вам деньги, мы пойдем выберем аналогичный товар. Я вам пробью его по горам. Были просрочены, либо вскрытые упаковки, их просто таким образом. Я заметил. Да, я что-то ни разу не видел ни в каких магазинах, да, чтобы они заметил. Так продавали. Я тоже как-то проходил мимо, я заметил и хотел это потом обратить внимание, но
силы добра добрались раньше меня. Здесь нет ни даты изготовления, это ничего. Нет даты изготовления. Он где? Образом совпадает с упаковкой. Хотя это явно нет, не биллу. Нет, должно быть отдельно, не изготовлено, не упаковано. Это понятно. Это же не биллу изготовил. А упаковала биллу, как видно, да? Нет, покажите мне карту, которую платили. Вот это я платил. На ней что написано? Я платил именно этой картой. Я не могу вам по этой карте принести назад, я не вижу, что за карта. А то есть деньги вы смогли с ней взять? Ну да, как странно. Это кассир пробивал. Более? Давайте я кассир возьмет. Карты пробивал. С какой карты платили? А опишите, пожалуйста, как выглядела карта? А как карта выглядела, с которой была оплата? Не, ну ты видела, что ты чем расплачиваешься? Не помните, она была особенная? У меня подписи нет. Чего? Подожди, вот такая карта была? Не, ну а как я могу вернуть деньги? Я да, она просто на другой, она не вернется. Я не могу такую карту сделать. Ну как, я не могу. Ну вы же деньги с нее смогли списать, правильно? Ну как специально? Я этой картой расплатился. Нет, я не об этом. А, цирк, да, специально. Можно в Ашан пойти, там тоже есть такой. А мы там были. Хорошо, мы... А чё ж вы друг друга сдаете? Это Билла сдает Ашан, азбука вкуса сдает вкус Вилл. Как так? Нет, там просто в чеке сейчас будет номер карты. Там, я не знаю, почему в чеке потом не было номер карты. У вас же будет сейчас. Вернётесь, и будет номер карты. Вы когда начнете верить мне? Вот. Смотрите, видите, работает. Всё. 65-28, насколько я помню. Донатики скидывайте того. А с сосисками, может, сначала разберемся? А сосиски? Смотрите, когда они изготовлены. Так, это на полчаса, на 20. Ну, расфасованы они сегодня были в 10.51. А изготовлены? Изготовлены и упакованы. Они здесь изготовлены, правильно? И одновременно упакованы? 12 часов. Ну, в одну минуту они изготовлены упаковку. Надо идти в отдел сервиса. Давай. Вот, хотели узнать, как изготовлены сосиски. А, тут написано вот. Где? Когда упакован. А изготовлено, вы где взяли упаковку, там написано срок. Где? Где вы их взяли? Там, где сосиски? Да. Там ничего не было написано. Неправда, там есть упаковки, которые написаны срок годности. Причем срок годности? Это они как вообще в этой упаковке оказались? Срок годности, все там написано. Там написано. Где? И вы все пойдемте, видели. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. Не берите камеру, не снимайте меня на камеру. Почему? Пойдемте посмотрим. Идите и смотрите. Вы хорошо все видели? Да. Да. А вы знаете, что такое технический регламент Таможенного союза? Я знаю все. Ну, соответствует этикетка вообще это? Соответствует. Можно писать изготовленную упаковку? Тогда давайте я куплю ее. Где сосиски? Вот там. Где? Вот эти вы имеете? Ну и что? Они написаны что? А при чем тут упаковка и вот эти вот сосиски? Это с этих же упаковок нафасованы утром 8 часов. А зачем они? Они 10 часов, они не просрочены. А за... Обычно вы как-то как срок это кончается. А вы докажете, что они просрочены? А вы докажете, что не просрочены? Нет. Там на маркировке нельзя так писать. Там указана дата изготовления. Там указана дата изготовления. Дата изготовления указана на поставке. Тут указано. Вот на этих указано. Тут вот указано. Я вижу в них сосиски. А тут я не вижу. Это не вижу ничего. А мы откуда знаем? Мы откуда просрочены? Считается надо здесь. Нет. Мы их списываем. Я внесла это домой. Я когда за срок годности узнаю? Вот здесь написано, если после 11, это они срок годности. Смотрите. Они срок, да. Эти сосиски 10 лет это назад просрочены. Вы их упаковали. Хорошо. Вы вот можете их расфасовывать, да? Смотрите, вы расфасовывать сосиски можете, были, да? Расфасуйте мне, пожалуйста, три сосиски. Были. Смотрите, три сосиски можете мне расфасовать из этой упаковки? Почему? А почему вы вот эти расфасовали? Вы будете их дальше продавать? Нет, не будем их снимать. А почему? В 10 часов вечера мы снимем. Сейчас почему? Сейчас вы будете продавать? Сейчас я его снимаю, товар на завтра. Сейчас вы вот эти сосиски будете продавать? Ну вы же купили. Я их не покупал. Я буду продавать, естественно. А, будете продавать. Давайте я их сейчас так куплю. До 10 вечера, они в срок нормальный. Там я. Где? Во сколько? Когда они изготовлены? Ничего там не написано. После посылки 12 часов срок года. Стоп. Когда они сделаны, там не написано. Когда они сделаны? Изготовлены они когда? Производители. Так вот, вот здесь я вижу сосиски, они в этой упаковке. А это что? Где это от них упаковка? Где время. От них? Ничего я не знаю. Аннотация где? Нет, ничего не говорит.
Аннотация есть у вас? Давайте от них упаковку и докажите, что еще от них упаковка. Что обратите? От них. Давайте тогда мне упаковку еще докажите, что это от них упаковка. Нет. Ну все, тогда они просрочены. Они считаю, не просрочены, там написано черно по белому. Ничего здесь не написано. Будете их снимать список? Снимать список будете? Снимать список? Нет, сейчас снимать список будете? Будете, нет? Я сказала. Не будете, правильно? Ну я еще раз вас спрашиваю, будете, не будете? Я вам ответила. Да, нет. Будете, не будете снимать? Сейчас вы будете снимать? Сейчас я буду товар менять на меня. Сейчас вы их будете продавать или нет? Сейчас, что я буду делать, до 10 часов. Не касается. Касается. До 10 часов. А вы не имеете права стоять с тележки, брат. Я вас забыл спросить. Хотите по-плохому, будет по-плохому. Вот я вам показываю, с какой упаковки я их нафасовала. Чего вы взяли? Есть срок. С чего вы взяли, что с этой? Вот видите, почему открытая упаковка. Ну, почему с этой? Вы видели на витрине, вы ее продаете сейчас? Вы ее продаете сейчас? Давай. Я ее куплю. Что? Вы же отказались снимать. Же... А почему я должна снимать? Я куплю снимать? Сейчас, съем. Ну почему я должна снимать? Скажите, пожалуйста. Потому я что... эту упаковку расфасовала потому сегодня. Потому что неизвестно, вот. Когда они изготовлены. Они расфасованы. Есть технический вот здесь регламент таможенного союза. И черно по белому написано, я вам по-человечески спросил их снять. Вы отказались а их почему снять. Я должна теперь снять? Я куплю их тут и съем. Написано 12 теперь часов куплю свободности. И съем. Тут написано теперь 12 часов? Куплю и съем. Что тут написано, меня мало интересует. Прочитайте, что на заборе тоже много что написано. Ну вы же по регламенту. Вот тут написано по регламенту. По регламенту это маркировка не соответствует регламенту. Почему? Вообще, в принципе, по регламенту. Почему? Но вы там знаете срок годности 12 часов. Вы сказали, часов. Что вы знаете, все. 12 часов написано? Все, отпустите, читайте. Пожалуйста, мой товар. Это не ваш товар, это а мой чей? Товар. Вы еще не купили его. Как это? Вы же не хотите купить. Хочу зачем купить, вам? Я в кассу зачем меня... встаю? Вы у меня с тележки зачем я это взял вообще с полки? Убрали? Нет, вы у меня с тележки забрали. По камере посмотрим сейчас. По камере посмотрим, давайте. Мы же снимали на камеру. Вы порвали упаковочку. Отпустите товар. Нет. Да пускай игнорирует. Отдайте мой товар. Вы будете покупать. Буду покупать. Я буду сейчас смотреть. Как... Хорошо, отпустите, пожалуйста. Отпустите товар. Вы не будете покупать. Буду. Отпустите. Женщина, ну вы очередь создаете или что? Я не могу понять. Да вот люди. Вы порвали, кстати, упаковку. Между прочим. Вам нужен товар? Да. Совесть у нас не имеете. Почему? Сейчас все весь магазин даром будем ходить. И совесть. Кнопка. Три. Валек. Стас. Стас. Попроси у Владимира Владимировича карту погонять. Подождите, что мне? Карту погонять. Его любимый. Охранник есть. Камера охранника. Вы можете проходить. И зажигалочку, пожалуйста, дай себе. Синий. Какой там? 330. А я не продам. Да, все, разобрались? Зови, она будет делать. Она нет, я хочу купить это. А я не хочу продавать. Мне заверили, что... Причем-то вы не хотите. Что, то, что вы хотите, вы нет, оставляете нет, дома. Позвони. Продавайте. А тут заново начнется, что хочешь. Я знаю, ну, не задерживайте народ. Мне сказали, что это свежее. Продавайте. Разбирайтесь с начальством. Если начальство разрешает, мне сказали, это свежее. Мне сказали, это свежее. Мне сказали, это свежее. Вова! Вова! Дай карту погони. Да. Наш. Отдайте сейчас. Мне товар. Отдайте сейчас мне его сюда. Отдайте мне его сюда. Куда вы его убрали? Давай, держи. Держи. Давайте мне его сюда. А я не хочу продать. Вот как вы докопались туда. Господи боже мой. Я здесь стою, отстоял очередь. Продавайте. Что давайте? Продавайте о, мне товар. Подойди, подойди, скажи, что ты сидишь? Скажи, не пробивайся, а запекай. Так. А что такое? Так. Вы что делаете? Пробиваю товарец, вы не умеете. Почему? Потому что вот. Хочу. Это, вы не умеете пробивать. Незаконно. Что вы делаете? Что незаконно? Это напишите незаконно. Заявление на меня, если это незаконно. Самообслуживание. Если вы не умеете товар пробивать, вообще нету, да? Убери его. Что вы делаете? Что? Вы зачем сосиски испортили? Вы зачем уничтожаете товар? Идите разбирайтесь. Смотрите, что ваш кассир сделал.
Смотрите, это нормально? Да вы же не сказали, что это не про срок. Вы зачем карту похитили? Карту отдайте мне. Вот карту. Карту отдайте мне. Отдайте мне ее. Я ее вам в руки не давал. В принципе, сделали то же самое, что я и хотел сделать. Что ж такое? Опять этот человек. Ты видел, что она сделала? Вова, видел, что она сделала? Погромсала сосиски все. Ну ничего, потом они переупакуют, перебальцуют и все. Зачем? По-моему, просрочили. По условиям акции «Биллы», если какой-то растительный продукт сохранил свою свежесть на 70%, либо меньше, то он подпадает под акцию «Свежие или бесплатные». То есть, если он протух на 30% или больше, или потерял свои какие-то органолептические свойства, то подлежит замене по условиям акции «Свежие или бесплатные». Вот до чего доводит голод и просмотр наших роликов. Да. Поэтому вот капусточку я нашел. А как ты определил, что это... Ты накакал, что ли, туда? Как ты определил, что это на 30%? Господи. А у меня измеритель. Я не могу. Все. Так, женщина. Это вам? Чего? Просто так. Просто бесплатно? Просто бесплатно. Спасибо. Ир, дай пакет. Да не за что. То просто просрочку продают, смотрите, пожалуйста, внимательно. Дают бесплатный товар. Вот мы нашли много просрочек, у нас много бесплатного товара. Но это свежий, да, свежий вам дают. Так что будьте внимательны, как бы не позволяйте себя отравить. Тут у нас девочку просто кинули на... Здесь маркировка просто еще, да? Да. Я посмотрел вот именно. Тут вообще продавщица... Пить, сам работаю, просто смотрю. Тут вообще продавщица рвала сосиски, короче. Не хотела продавать. А, да, она так все... Прям... Да. Не, это жестко. А еще вот на яблочко я вам писал, но просто не ответил, к сожалению, в комментариях, а упал торт. Ну вот, яблочко, где... Ну, вместо Тимирязевская, Тимирязевская, где кольцо, вот там есть вот этот театр какой-то или это не театр? Тут раз я торт взял, показываю, и оно у меня выхватывает, еще орать начинает на всю кассу, не продавайте ему. Это Пятерочка? Да, да, да. Я в итоге мне неделю я дозвонился, они думали, что я забыл, в итоге мне позвонил вот так говорил и извинился, потому что я требовал, чтобы тупо извинилась по-человечески, потому что она человечески была не права. То есть тоже, ну, ездил. Такой мы любим. Ну да, да, потому что когда человек прав, то он прав, а не прав, то не прав, извинись. Она это не сделала, ты более взрослый человек. Ладно, не буду отвлекать. Все, короче. Счастливо.